Шведский суд приостановил решение стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» и «Газпрома», за которое глава НАК Андрей Коболев уже получил премию. Российский монополист заявил, что апелляционный суд округа Свеа согласился с доводами «Газпрома». Новое решение лишает «Нафтогаз» оснований для ареста активов «Газпрома» за рубежом, и оно не может быть обжаловано. В украинской компании заявили, что дальнейшие действия НАКа по процедуре взыскания более 2,5 миллиардов долларов с «Газпрома» приостановлены временно.